В Дагестане сняли запрет на посещение мечетей, храмов и кладбищ. Соответствующее постановление главного санитарного врача республики Николая Павлова опубликовано на сайте Роспотребнадзора. В постановлении указано, что смягчение ограничений связано с улучшением эпидситуации в Дагестане. Отмечается, что темп прироста заболеваемости COVID-19 в республике с момента начала регистрации случаев заражения снизился более чем в 35 раз.